Отправляйтесь в деревню Линов, где живет хранитель Иксанун, и разыщите его. Туда можно добраться по драконьей тропе. Правда, есть одна проблема. Тропа в деревню Линов не такая, как остальные. Чтобы воспользоваться ей, требуется немалое упорство. Но вы справитесь. Вот еще что. Равнина Изобилия, где находится деревня Линов, это территория империи Пун. Будьте осторожны. Найдите Иксануна и объединитесь с ним, чтобы отомстить Чинсайон. У вас все получится. Я от всего сердца желаю вам удачи. Госпожа! Госпожа Суэнла! Госпожа, с вами все в порядке! Слава богам! Я так рад! Ура! Ура! Эй! Больно! Тут столько всего случилось! Госпожа, а вы нашли своего бога войны, а? Ну, конечно! Оказалось, я его потомок! О, у меня прямо дух захватывает! А? Вы потомок бога войны? Да, вот здорово! Вот смеху-то! Что с тобой? Она держит путь на равнину Изобилия. Ее затея провалилась. А ученик Хонсакрина? Все, как я думала. Не тревожьтесь. Я не ожидала, что Чин Сойон остановит Мусона. И чего все так носятся с этой сумеречной раной? Сумеречная рана — знак избранного. От того, кто отмечен ей, зависит судьба мира. И еще одну заботу больше.
прошу вас, помогите, а? Я ничего не знаю. Я не знаю, где Иксанон, не знаю. Имперцы всю деревню вверх дном перевернули, они нашли его. Но вы ведь не из имперского войска, да? Правда? Ох, судя по одежде, так оно и есть. Тогда кто же вы? И как вы здесь оказались? Что? Вы тоже ищете Иксануна? Да что же это такое? Из-за него мы все погибнем! Деревня окружена войсками империи Пун. Ими командует ведьма, и она грозит убить нас, если мы не выдадим Иксануна. Иксанун то появляется в наших краях, то исчезает, и сейчас вот снова пропал. Всю жизнь от него одни неприятности. Ой, а? Что такое? Да это же Чаньпу. Смотрите, Чаньпу! Кто это тут прячется? Спаслись! Ой-ой-ой. Спасибо! Вы спасли мне жизнь! Но кто вы? Иксануна сейчас нет в деревне! Это правда! Говорят, он ушел несколько дней назад! Больше я ничего не знаю! Вообще-то, сам я не видел, но мой друг Давон, он встретил Иксануна в доме нашего старосты. Это неподалеку отсюда. Я покажу вам дорогу. А взамен, прошу вас, помогите нам с Хечуном. Имперцы уже на подходе. Если они перекроют драконью тропу, мы все пропали. Отвлеките их внимание, а мы в это время проскочим. Берегите я этого себя! Никогда не забуду! Берегите я этого себя! Никогда! Уничтожить повстанцев! Что вы можете против имперцев? Думали, вам удастся спрятаться здесь? Я в порядке. И Хечун, кажется, тоже невредим. Теперь нужно отыскать Давона. Но будьте осторожны. Имперские солдаты здесь на каждом шагу. Если готовы, отправляйтесь. Я пойду следом. Цель слишком далеко. Я так благодарен! Спасибо! Иксанун? Зачем он вам понадобился? Похоже, вам можно доверять. Я все расскажу. Когда-то я был учеником нашего старосты, Юты Воля, и с тех пор часто его навещаю. Недавно у него в гостях я встретил одного незнакомца. Тот сразу насторожился, когда при нем упомянули Иксануна. Ютэ Воль так и не сказал мне, откуда он взялся,
Но наверняка это и был сам Иксанун. Похоже, он приходил лечить тетушку Гуинчи. Как бы вам сказать, о тетушке Гуинчи ходят нехорошие слухи. Говорят, она родила ребенка, не совершив брачного обряда. Как бы то ни было, когда тетушка увидела Иксануна, она горько расплакалась. Они втроем говорили до поздней ночи. А на рассвете Иксанун покинул их. Больше я ничего не знаю. Хотя подождите, может, старости Юты Волю или тетушке Гуинчи что-то известно? Отправляйтесь к ним. Чанпу! Давай! Ты в порядке? Не ранен? Проклятый! Мы не сдадим нашу деревню имперскому войску! Я тут все спалю! Ура! На помощь! На помощь! Ну же! Залейте огонь водой! Иль? Мама! Иль, Синт, мама! Где моя мама? Иль? Мама! Иль, прошу тебя, наш Ильсин, спаси его, Ютеволь! Я совершила большую ошибку. Забирай ребенка и уходи скорее. Прошу. Прошу тебя. Вот гадина. О, мама! Убирайся прочь! Куда? Куда мы пойдем? Спасите меня! Здесь опасно! Крысиная нора! Держитесь! Еще не доступно! Ильсин! Ты жив! А, так это вы привели Ильсима! Благодарю вас! А его мать, случайно, не с вами? Не может быть! Инчи! Инчи! О, это я виноват! Только я не уберег бедняжку! Благодарю вас, друг мой! Ведь вы спасли Ильсима! Чем я могу вас отблагодарить? Что, неужели вы тоже ищете этого хранителя? Минутку, друг мой! Дайте мне руку. А как же так? Друг мой, трудно поверить, но вы не из этого времени. Время, в котором вы сейчас находитесь, это прошлое. Около 10 лет назад для вас. Войска империи перекрыли драконью тропу, чтобы мы не смогли уйти. Не знаю, что они натворили, но теперь энергия драконьей тропы нестабильна. Видимо, поэтому вы и попали к нам. Теперь эта искаженная драконья тропа не соединяется с другими. Даже если открыть ее, вы все равно не сможете вернуться в свое время. К тому же, если через эту тропу в ваше время попадет хотя бы один лин, это нарушит баланс мироздания. Мне жаль, но рисковать нельзя. Придется вам остаться здесь. Я помогу вам! Только скажите! Надо же! Да. Старосту окружили со всех сторон. Если драконью тропу перекроют,
Он либо погибнет, либо попадет в плен. Нужно затаиться. Рассказы об искажении драконьей тропы – пустая болтовня. Вас одурачили. Мы откроем этот путь заново, дайте только срок. Вот только скоро войска империи запечатают тропу навсегда. Если вы не отправитесь в путь поскорее, то застрянете здесь надолго. Готовы? Так просто открыть большую драконью тропу пикалинов не получится. А староста не станет нам помогать. Нужен еще один сильный шаман. Для этого дела подойдет моя сестра, Вон Саджин. Она прячется в шахте кристаллов. Найдите ее и попросите о помощи. Передайте, что время не терпит. Сложите оружие. Нашу деревню имперскому войску. Помогите, прошу вас. Братец, кто? Кто вы? Я не знаю, ничего не знаю. Да? Брат правда так сказал? В окрестностях драконьей тропы неспокойно. Если меня поймают, под угрозой окажется вся деревня. Ах, я не могу отказаться. Я помогу брату. Но сначала нужно спасти хотя бы кого-нибудь из племени. Мне нужна ваша помощь. Я не владею боевыми искусствами, но вы другое дело. Вы обязаны помочь Линам в трудную минуту. Возьмите это письмо. В нем написано, что жители деревни должны следовать за вами. Покажите им письмо. Вряд ли они поверят чужаку на слово. Я надеюсь на вас. Пожалуйста, сделайте, что я прошу. Времени мало. Поспешите. Прошу вас, позаботьтесь об остальных. Я знала, что Вон Саджин что-нибудь придумает. Спасибо вам за помощь. Отлично. Я пойду следом за вами. Цель слишком далеко. Спасибо вам за помощь. Отлично. Я пойду следом за вами. Наконец! Саджин уже давно просила помочь беднягам, но до сих пор никто не мог этого сделать. Ужасно, правда? Однако даже если спасти нескольких несчастных, легче остальным от этого не станет. Не будем терять времени. Сначала мы с Саджин приготовим две курительницы, а вы пока займитесь третьей. А? Что?
Имперские войска! Обернитесь! Это моя вина! Я во всем виновата! Беги, малыш! Сайджинский. А теперь все позади и только благодаря вам. К сожалению, у моей сестры очень хрупкое здоровье. Простите. Мы должны действовать быстро, пока имперцы не вернулись. Помните наш план? Сначала мы с Сайджин приготовим две курительницы, а вы пока разожгите третью. После этого у алтаря на пике Линов откроется драконья тропа. По ней мы сможем переправить всех жителей деревни. Нужно спешить! Пришла пора открыть драконью тропу! Скорее поднимайтесь на алтарь! Сила земли! Помоги мне! Ой, мои крылья! Куда же подевался светлый демон Иксанун? Эй! Почему вы так со мной поступаете? Пожалуйста, помогите! Прошу вас! Не бросайте меня! Вы выбрали смерть. Осталось разобраться с тобой. Это же... Сумеречная рана. Откуда она у тебя? Кто ты? Кажется, я поняла. Ты не из этого времени. Может быть, мы еще встретимся в будущем. Кто знает. Как интересно. Эта встреча не может быть случайной. Похоже, небеса решили сыграть со мной злую шутку. Это вы. Вы что, друзья? О, приходит в себя. Как вы? Вы узнаете меня?
Мне кажется, я вас помню. Это ведь вы приходили к нам много лет назад в поисках Иксануна, когда имперцы напали на деревню. Я староста деревни Лина Фьютеволь. Мы уже встречались, помните? Ребенок рядом со мной — это Ильсим, которого вы спасли. Я думал, что в тот день вас убили вместе со всеми остальными. Но теперь вижу, что вам удалось ускользнуть от проклятых солдат империи Пун. Послание повара Чинсу. К сожалению, я не знаю, где сейчас Иксанун. Никому пока не удалось разыскать его. Остается только ждать, пока он объявится сам. Давайте лучше займемся вашим лечением. В убежище Линов растут цветы исцеления, способные восстановить силы. Их надежно оберегают пещерные каменные големы. Вот только имперцы следят за деревней, так что нам туда не добраться. А големы отдадут цветы только кому-то из нас. Вы готовы рискнуть? Тогда возьмите этот амулет и идите. Прикрепите его к каменному голему, и тогда он примет вас за одного из наших линов и подчинится вам. Значит, это вы когда-то спасли меня от смерти. Огромное вам спасибо. Так вот. Я же все время был на чеку. То мы делаем нас. И прошу, обязательно расскажи. Берегитесь каменных големов. Соблюдены условия использования. Цветов.
Имперцы застали нас врасплох. Если бы не вы, они бы всех жителей деревни отправили на работы в эту проклятую шахту кристаллов. Кстати, скажите, а как вы здесь очутились? Мимо моих големов просто так не пройти. Вас прислал Чаньпу. Значит, вам можно доверять. Чаньпу – связной нашего тайного общества. Он не стал бы отправлять кого попало. То, что имперцы до сих пор не проведали о нас, целиком и полностью его заслуга. Чаньпу делает все, чтобы жители деревни обрели свободу. Все это очень подозрительно. Почему враг заинтересовался нашим собранием как раз тогда, когда мы вознамерились перейти от слов к делу? Послушаем, что скажет Чаньпу. Разыщите его и передайте, что Нан и Пен И готовы развесить листовки тайного общества. Нан и Пен И, верно надеюсь на вашу помощь и впредь. Yeah.
Наш староста Ютеволь! Его схватили солдаты с имперской базы! Пока вас не было, приходил Хен Вон. Он сказал, что имперцы отправят нас на каторгу, если поймают. Мы не можем этого допустить! Поэтому староста пошел на имперскую базу, чтобы поговорить с ними. Но он до сих пор не вернулся, хотя прошло много времени. Говорят, что имперцы схватили Ютеволя и заточили куда-то. Спасите нашего старосту! Он управляет всей нашей деревней, и он заменил мне родного отца. Я не могу бросить его в беде! К тому же только староста может помочь нам выйти из деревни, а мне нужно выбраться из нее ради спасения всех нас. Вы ведь тоже не можете здесь оставаться. Я знаю, что это непросто, но прошу вас, помогите мне спасти старосту! Спасибо. Я еще попрошу помощи у Хен Вона, а вы отправляйтесь на имперскую базу и узнайте, куда забрали старосту. Надо всем рассказать. Теперь я могу доверить это дело. Остерегайтесь имперских шпионов. Новый предмет для задания. Скоро Ютеволь прибудет на базу. И не важно, что он говорит. Все они предатели, которых нужно взять под стражу. Ладно, вам пора в шахту кристаллов. Уговорите Чанни Пу принять меня обратно. Вам удалось узнать, куда он делся? Ну, конечно! Его забрали в шахту кристаллов. Эх, хорошо было бы еще найти Хен Вона. Но где же он? Неудобно просить, но мне снова нужна ваша помощь.
Сходите, пожалуйста, в шахту кристаллов, а я пойду искать Хен Вона. Встретимся здесь. Надо всем рассказать. Как же нам вычислить предателя? Юль, Ань, да вон сразу поймет. Что ж, удачи!